Теперь поиск голосом для мобильных телефонов доступен и на русском языке. Google встроил технологию распознавания голоса в приложении Google Mobile App для iPhone, платформы Nokia S60, а также во все мобильные устройства на базе Android. Давайте посмотрим, как это работает на примере Google Mobile App для iPhone. Запустив приложение, поднесите iPhone к уху, дождитесь звукового сигнала и начинайте говорить. Какова длина трансиба? Google Mobile App использует датчики движения iPhone, чтобы определить, когда начать запись. Когда вы закончите говорить, программа автоматически начнет искать ваш запрос на Google. Никаких кнопок, никаких клавиатур. А еще можно искать находящиеся рядом с вами организации. Так, если вы скажете «пицца», находясь в Москве, Google Mobile App выдаст вам список пиццерий, находящихся поблизости. А чтобы узнать телефон и адрес конкретной организации и маршрут проезда к ней, можно просто произнести ее название. Вы можете искать даже картинки. Например, произнесите вслух фотографии храма Христа Спасителя. И в дополнение к обычным результатам поиска вы увидите найденное изображение. На других телефонах для того, чтобы начать поиск голосом, нужно нажать на значок микрофона. Если вы не хотите искать голосом, вы можете просто набрать свой запрос на клавиатуре. Чтобы вам было проще и быстрее искать, Google Mobile App подсказывает вам варианты вашего запроса при вводе. Варианты подбираются на основе вашей поисковой истории, а также самых популярных запросов. В результате искать стало быстрее, печатать нужно меньше. В приложении Google Mobile App есть вкладка «Программы», которая позволяет легко запускать другие сервисы Google, такие как Gmail и Google Новости. Чтобы начать пользоваться голосовым поиском прямо сейчас, откройте в своем телефоне сайт m.google.ru и загрузите приложение Google Mobile App. Если у вас iPhone, просто найдите в App Store Google Mobile App.